В Армении не знают, что делать с 10 тысячами дезертиров. Урон, нанесенный Азербайджаном Армении в 44-дневной отечественной войне, очень велик. Это включает в себя как уничтожение армии Армении, так и крах ее экономики и бедственное положение ее населения. Так, с серьезной проблемой столкнулись правоохранительные органы Армении. В отношении более 10 тысяч человек возбуждены уголовные дела по обвинению в дезертирстве, оставлении боевых позиций и побеге с поля боя. Об этом пишет армянская газета «Живохурт». По ее данным, пока не ясно, какое решение будет принято в связи с их действиями. Вчера в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос лидера фракции «Просвещенная Армения» Эдмона Мрукяна, заявил, что в связи с 44-дневной войной возбуждено более 10 тысяч уголовных дел о дезертирстве, пишет газета. Напомним, что численность армии Армении официально составляла 44 800 военнослужащих, а армия обороны НКР оценивалась 20 тысяч военнослужащих. Որ մեզ գերիների խնդրի մասին հիշեցնելու կամ մեզ որևէ գործողություն բառից բուն եւ փոխհարաբերական իմաստով պարտադրելու անհրաժեշտություն չկա, որովհետեւ այդ խնդիրը